Ну что, продукт американской индустрии. Посмотрим, посмотрим, на что способна эта девчушка. Двигается она клёвая, у нее манера двигаться немножко моей не соответствует. А вот это и есть задание программы «Один к одному». Да ты что? Взять чужую манеру и присвоить ее на один номер. Настя, ну признавайся честно, была в юности фанаткой Бритни? Вот не была фанаткой Бритни, но моя подружка близкая, с которой мы учились в институте театральном, она была ее фанаткой. И даже практически заставила меня поехать с ней в Лондон на ее концерт. Да. Мне было очень интересно. Вот, и я поняла, что, конечно, это большой миф, что все западные артисты поют живьем. При том, что она так двигается, конечно, это невозможно. Потому что это все-таки не Боб Фосс, это совершенно другие танцы. Дыхание. Это такая вот аэробика просто чистой воды. Есть вот эти все движения, они очень быстрые. Они очень быстрые. То есть сразу. Вот, пошла, пошла, пошла. Опа, заметьте шило. Поймали мы тебя, Бритнюшка, Спирушка. Спирсушка. Я стараюсь, я очень много репетировала. Конечно, там у них есть времени месяца, чтобы это все петь, работать. Вот, поэтому сложно, очень. Ну что ж, друзья, не успеем оглянуться, как из нашего лифта выйдет Бритни. Но для этого нам нужно сказать «до свидания, Настя». Упс, you did it again, Бритни. We'll be right back.